Ноу-хау в центральной городской больнице. Здесь заработала умная телефония, позволяющая улучшить качество обслуживания пациентов. Проект был реализован при поддержке депутата законодательного собрания Виктора Кормана. Позвонив на единый номер, можно за одну минуту получить талон на прием или проконсультироваться со специалистами. Игорь Каблуков расскажет, почему отныне у пациентов не будет проблем с телефонной записью на прием. Здравствуйте. Алло, это поликлиника? Могу я записаться к врачу? Чтобы дозвониться до поликлиники и записаться на прием, раньше Юлии Зиманкиной приходилось вставать в 6 утра. Теперь можно поспать побольше, линия всегда свободна, талоны есть к любому специалисту. На страже здоровья Миасцев теперь умная телефония. Потратила всего минуту и никаких очередей, это очень удобно. Записалась очень быстро на прием. Городская поликлиника обслуживает район 81 тысячу человек. Ежедневно прием ведется по 22 направлениям. Записаться просто. Нужно набрать номер регистратуры, прослушать автоответчик и нажать нужную кнопку. Оператор сообщит о времени приема и наличии талонов. Вся информация собрана в единую базу данных. Работают с этим те же самые регистраторы, которые работали до этого. Они на данный момент обучены. Они все сейчас сидят вот с гарнитурой. То есть, когда поступает звонок, они это видят у себя на компьютере. Кто-то из них включается и отвечает. С введением колл-центра очереди у регистратуры практически исчезли, а записаться на прием стало еще проще. В день сюда уже поступает более 100 звонков. Все разговоры с пациентами в колл-центре записываются, так что у руководства больницы есть возможность контролировать работу регистратуры. В планах установить в фойе информаты и организовать запись на прием через интернет. Игорь Каблуков, Александр Лядов, программа «24 МИАС».